Друзья, всем привет! Сегодня у нас мукбанг, и вот что я буду кушать. Короче, это у меня хамон, испанский хамон. Ну, вы наверняка, наверное, знаете, что такое хамон. Да, это такая вяленая свинина испанская. Короче, хамон у меня. Тут батон. Я, короче, буду делать бутерброды с хамоном и буду пить чай с лимончиком. Чай я вот такой вот пью. Вот такой вот. Вот и сейчас, короче, будем с вами кушать. Будет у нас мукбанг. Смотрите, хамон какой красивый, классный, свеженький. Сказка, так пахнет вообще. А по вкусу какой он божественный. Не передать, друзья, никакими словами. Очень вкусно. Вообще обожаю хамон. Просто обожаю. Хамон — это настоящий деликатес. Стоит, конечно, он очень дорого. Просто очень дорого. Но иногда можно себе позволить. Хотя, если честно говоря, я его частенько ем. Не иногда, а именно. Так получается, что часто я его ем. Вот. Ну ладно, друзья. Если вы сейчас тоже кушаете, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Смотрите, друзья, какой хамончик. Смотрите, как он тоненько-тоненько порезан. Но вот в этом и прелесть, что когда он тоненько порезан, он такой вкусненький. Само мясо это очень вкусное, да, хамон вкусный. И когда он еще тонко порезан, это еще более вкусно. Вот так выглядит. Сейчас, короче, я сделаю бутерброд с хамоном. Такой вот бутербродик, смотрите. Какая сказка. Друзья, как вкусно. Чай горячий. Кипяточек. Как показывают фильмы, которые там про революцию 17-го года, и там часто солдаты бегали с котелком. Останавливаются, едут в поезде, останавливаются на какой-то станции, выбегают с этим котелком и ищут кипяток. Спрашивают, кипяточек есть? До сих пор помню, вот такие фильмы, в таких фильмах моменты такие. Так, смотрите, друзья, смотрите, какая сказка, смотрите. Смотрите, какая прелесть. Хамон. Испанский хамон. Я смотрел передачу про него. Там это специальный сорт свиней. Вот, короче, их там специально откармливают. Потом делают хамон из окороков свиней. Эти окорока подвешивают к потолку. И где-то это в горах там, короче, вялится эта свинина. И получается вот такой вот деликатес. Друзья, очень вкусно. Попробуйте. Если не пробуйте, попробуйте. Очень вкусно. Сказочно вкусно. Без преувеличения. Вкусняшка. Чайком так классно заходит. А еще мне
нравятся копченые свиные ребрышки. О, тоже такая тема классная. Хамон, хамон, хамон. Очень вкусно, Вася. Просто сказочно вкусно. Так, с батончиком. Такой бутерброд, видите? Хамон. 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 Друзья, вкусно. Так, такой бутербродик с хамоном. Так, опа, такая красота. Просто сказка. Хамон вкусный. И вот с батоном, и без батона просто, когда его ешь. Без батона, без хлеба тоже очень вкусно. По-всякому его можно кушать. Видите, какой хамончик. Хамон это, друзья, настоящий деликатес. Это деликатесо, друзья. Хамон это деликатесо. Пам-пар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 ам
Смотрите, какой божественный бутерброд, друзья. Вкуснятина.
Бутерброд отправляем прямо в рот. Сейчас лимончик еще съем. Класс. Тема тематичная. Друзья, спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Я буду рад буквально каждому подписчику. Каждого подписчика ценю и уважаю. Вот. Пишите комментарии. И не забывайте, что вы самые лучшие подписчики в мире. Я вас всех люблю, ценю и уважаю. Ну все, друзья, до новых встреч. Увидимся. Все, всем пока.